Приветствую вас, друзья. И мы находимся на реке, и мы на реке Северная. Сплавляемся, продолжаем путешествовать, ловить рыбу. Заедают меня тут, конечно, гнус. Но что делать? Сегодня будем пробовать наловить сига. Щука уже надоела, не лезет. Хариус тоже, поэтому хочется сишков. Сиг нам попадался, ну хочется еще очень вкусно, классно и великолепно. В общем, вам я желаю приятного просмотра, обкусанный комарами, паутами, мошкой. Продолжаю вещать с реки Северная. Хреновый тут водопадик. На рудру 130-ю. 130-я рудра и небольшой хариус. Причем реально даже не крупный. Четко в пасть заглотил. Сиги плавают в обилии, сиги. Не знаю, будет их видно на камеру или нет. Пробую ловить. Уже менял я целую кучу блесен. Очень они неохотно берут блесну, но бывает. Сейчас вот проплыла она, и даже никто не соизволил, к сожалению. Нет с собой поплавочной удочки с мушкой или там с червями. Да и крючков в принципе нету. Так можно было бы там с любой палки соорудить. Да или на спиннинг. И мушек я не брал тоже. Нет, ну это удивительно, что сиги так это самое. Не хотят реагировать на блесна. За редким исключением. Сига, оказывается, не так и легко тут поймать. Хотя сига очень много. О, есть! Наконец-то! Заснула! Опасная трясина! Упал! Упал! Упал, ребята, есть сижок. Ай, блин, это хариус. Никакого интереса сейчас не. Блин, нифига тут засасывает. Такой вот хариус. Покусанный. Весь покусанный. Да чука его. Тайминг. Отпускаем. Закон подлости — это когда батарейка садится на самом интересном. Ух ты! Блин! Отпустила. Ёк-макарёк, щука. Щука, щука, щука моего хариуса. Смотрите, вот это кадры. Смотрите, ай, блин, супер. А я думаю, что такое? А это я, значит, поймал хариуса, а его пыталась сожрать щука. Блин, поранила. Смотрите как. А я думаю, что-то это, я думал, таймень. Потому что это лихо так засопротивлялось. А это значит, у меня попался вот хрюзок
Его вот так вот щука поранила. Мы его отпустим, конечно. Беги. Беги, беги, беги. Бедный, понять не может. Его с двух сторон дербанили. Ну, вот так вот. Что-то там попалось. Что-то мы достали, ребята. Что-то там цепанулось. Это что-то барунит. Что-то барунит, друзья. Конкретное. Идти вообще не хочет. Мы не торопимся. Просто стоит колом. Так, давайте еще ослабим фрикцион побольше. Вообще не идет. Сколько подматываю, столько же снимает фрикцион с себя. Что-то там не маленькое, похоже. Маленький зонг отработал, 77-й. Отличная вообще блесна. Рыба просто не идет. Вот просто стоит, как будто за камень зацепилась. Но там есть рыба. Буду мучить. Ну, минут за 10, может, за 15 вытащим. Я не думаю, что там совсем крокодил. Хотя, может быть. Так и не сказать. Он сперва как зацепилась, по течению пошел. Я подумал даже, что мелочь, что-то хариус походу. Но это не хариус, ребята. Это что-то посерьезнее похоже. Потихонечку проходит рыбешка. Нам еще до берега его далеко тащить. Я стою далеко от берега. Идет, идет рыбка. Ну, таймень, конечно. Однозначно таймень. Вот он, какой красавец. Ну, не очень здоровый. Ну да, не самый крупный. Давай, давай, хватай воздуха. Голову-то. Не хочет. Давай, давай. Выходи, наш хороший товарищ.
блин, буду мучиться. Спиннинг ломать неохота. Все. Это уже его последние. Устал. Все, приехал. Да. Блин. Прощай. Устал, бедный. До новых встреч. О, еще один. Опять кто-то прилетел. Ребята. Ну все, начинается борьба. Опа, сошел. Ага. Сошел, сошел. О, твой. Ну, видишь как? Хороший. Хороший. Борец. Блин, вот я зря кинул сюда. Сейчас буду ждать, чтоб снесло. Блесну. А, не снесло, у меня тоже таймень. Ничего себе, он там шпарит. О! Не-не-не, он этот мой, я спускаю его вниз. Тут таймень тащит. А мой еще дальше.
вообще что-то у меня идти не хочет. Это там камни, похоже, цепляется. Тяжелые парни. Тяжелые. Это не мой, если кто-то подумает. Мой в воде еще подальше. А вот он наш появляется. Пока тут этот плещется. Ну они что-то стандартные тут, да? Такие. Не знаю сколько по весу. Ну, одинаковые. Стоит как трактор, с места не сдвинуть. Да, наш спиннинг с тестом 7,21 грамма. 7,21. Такой легенд элит. Американец тащит сибирского тайменя. Вообще не идет. Хотя не самый крупный. Хотя не самый крупный, ребята. Но с места его просто так не сдвинуть. Ух ты! Ну, конечно, жесть вообще. Такую рыбешку половить. Это просто жесть. У меня рука уже отсыхает. Я, конечно, буду это обрезать, но я уже минут 15-20, наверное, тащу его. Ну, устанет рано или поздно. Человек-то он такой сильнее. Ну все, уже на подходе. На подходе уже тайменшонок. Но сдаваться он быстро не торопится. Так просто такого не вытащить. Thank you.
просто такого крокодила. Зацепился-то еще еле-еле за один тройник. Вот это мощь! Просто мотор. На лодку его приспособить. Можно спокойно тут против течения подниматься. Сейчас попробую прям в воде снять тройник. Сейчас прям попробую в воде. Сидит-то еле-еле. Блин, ну он вообще не собирается сдаваться. Так, навскидку, не знаю, 15 килограмм. Сачок не надо, он навредит. Да тише ты, все. На мель сюда вот. Ляг. Держи. Держи спину. За ручку, за деревянную. Вообще еле-еле сидит. Есть, все. Вот оно. Кабаняка. Не, тут, наверное, под 20. Да не, ну или 15. Пока.